Всех приветствую, продолжаем знакомиться с творчеством художников и скульпторов, их автобиографии. Пейдж Брэдли, американский скульптор, известный своими репрезентативными фигурными изделиями из бронзы, стала известна своей скульптурной техникой с использованием смешанных материалов бронзы и освещения. Ее работы стали хорошо известны благодаря публичному показу ее скульптур. Я пользуюсь данными, которые мне удалось найти в интернете. Родилась в 1974 году. На своем веб-сайте она написала: «Я рисовала с тех пор, как себя помню, и начала отливать свои работы в бронзу, когда мне было 17. Училась в университете Пеппердайн, Академии искусств Флоренции, а также в Академии изящных искусств Пенсильвании». В 1995 году Брэдли была помощником скульптора над памятником для Олимпийских игр в Атланте. В 2001 году была избрана членом Национального общества скульпторов. К 30 годам у нее было много поклонников среди международных коллекционеров. В 2001 году Брэдли была избрана членом Национального общества скульптуры как профессиональный скульптор. В 2006 Международный фонд балета поручил ей создать бронзовую награду, которая будет ежегодно вручаться на крупных международных конкурсах. В 2004 году Брэдли создала серию бронзовых скульптур с подсветкой. Ну вот так вкратце. Из тех данных, которых мне удалось найти в интернете, их не очень много, о Пейдж Брэдли, американский скульптор, известный своими репрезентативными фигурными изделиями из бронзы. Пока-пока, до свидания, смотрим работу. Wow.